штрафа. Сборная России сравнивает счет. Это звено просто находка сегодня у сборной России. Да, молодцы, здорово играют. И я бы хотел отметить как раз вот быстрый пас. Пока канадцы меняли, создали момент 2 в 0. Не смогли забить, но все равно вот держим шайбу. Посмотрите, как вот борется перед воротами каблуков, да, и практически.